Здравствуйте, меня зовут Внукова Инна Игоревна. Снова с вами магазин нижнего женского белья «Жозефина». Я продолжаю серию видеопоказов новинок товара. Мы подберем вам нижнее белье, даже если вы не знаете своего размера. Вот я привезла. Сейчас я их всех достану, чтобы посмотреть, что я, какую красоту я вам привезла. Стала уже по вашим многочисленным просьбам и возить и ныне бюстгальтера. Так, а там дальше остались товарчики на тоненьком поролончике. Итак, сейчас мы с вами рассмотрим две моделечки бюстгальтеров на поролоне. На тоненьком поролоне. Да, вот здесь я так покажу. Вот я их так в ряд выложила. Так, это одна моделечка. Это вот другая. Ну и бюстгальтера я привожу по 3 штучки. Потому что веяние моды. Сегодня хотят коричневые. Завтра хотят желтые. Или потом хотят красные. Даже пришла одна девушка и сказала, у вас такой ассортимент, а фиолетовые есть в крапинку? Ну, я сказала, будем искать фиолетовый в крапинку. Итак, я привезла модельку без шапы, просто классика жанра, бюстгальтер на поролоне. Сейчас я посмотрю, чашечка 1,5-2. Классические объемы 75-80-85. Есть, девочки, вот такой бюстгальтер. К нему я привезла. И трусики есть, шампань или молочный цвет, говорят. И стринги есть. Приходите, приобретайте. Бесподобная моделечка, недорого и кружевной бачок. Давайте будем вместе готовиться к праздникам. Бретелька отстегивается. Вот симпатичная моделечка в таком цвете. Красота, красота, кружевной бачок. Внутри он гладенький. Кстати, когда вот идет в малиновом цвете моделечка, в малиновом цвете. Кстати, когда идет вот такой небольшой хвостик сбоку, он лучше захватывает, удерживает жирок под бочком и собирает, как говорят клиенты, в кучку. Бачок просто замечательный, нежные кружева в малиновом цвете. И вот такая шикарная моделечка, расцветочка. Так, это не такой, это уже идет с корректорами внутри. Это что-то среди них шапик оказался. Ну, просто такая расцветочка девочкам нравится, поэтому я привезла. И смотрите. Ага, я думала, эти стрингочки подходят. Ну, подберем, под него есть и черненькие стрингочки, и розовые, и светло-розовые, и малиновые. Выбор великолепный. Это вот идет модельчика пушапа.
Также я привезла симпатичную моделечку. Сначала, девочки, я привезла ее в белом цвете. Гелью, с гелем, силиконом, кто как говорит внутри. Силикон с выработкой пупырышками, массажирует грудь, хлопочек, бретельки отстегиваются и прекрасный кружевной бачок. Так, сейчас я сброшу. Так, размерчики идут. Сейчас 80-ка, 75-й, 80-й, 85-й. Чашечка двоечка. В белом цвете я вам показала. Теперь привезла в сиреневом цвете. И такие есть трусики. Стринги. Не, ну знает, если я сбрасываю, значит я занята. Так. И шикарный цвет. Очень шикарно смотрится. Да, конечно, и цена у этой моделечки шикарная. Ну, что красивая моделечка, что прекрасивая. И тоже есть такие трусики, есть и гладкие трусики с микрофиброй, есть и кружевные, и есть стринги. Внутри хлопочек с гелем. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, чтобы быть в курсе новинок в магазине нижнего белья Жозефина. Всем спасибо за просмотр, всем пока!